Технологии встречаются с будущим на площадке форума IT-Fest 2023. Сегодня в Астане лучшие вузы страны показали разработки своих студентов. Там же обсуждали готовые решения и тренды в робототехнике, киберспорте, в информационных технологиях и образовании. Причем в образовании, начиная от дошкольных учреждений. Подробности в следующем материале. Студенты лаборатории GameLab при КБТУ уже заявили о себе, причем настолько громко, что уже получают коммерческие заказы. Олжас Сиркулы один из тех, кто доверил свой проект студентам университета и не прогадал. Они разработали новую видеоигру под рабочим названием «Олодалаеля». Наши подрастающие поколения, они сейчас редко кто читает книгу на самом деле. Теперь мы должны их вовлечь в этот процесс. Каким образом мы создаем геймификацию в образовательном процессе? То есть мы полностью оцифровали, начиная с сакских времен, тюркская эпоха, Алтын-Орда, Казахское ханство, современный и будущий Казахстан. Состоит из 6 этапов. То есть из одной эпохи к другой юзер, то есть пользователь, должен проходить, применяя логику, интеллект, интуицию. Это только один из проектов, который был презентован на форуме IT-Fest 2023. Там же сегодня обсуждались вопросы преподавания предмета «Начальная военная подготовка в новых реалиях». Участники сессии говорили о необходимости изменения названия предмета, концепции предмета, содержания и методик преподавания в условиях использования информационных технологий и новых угроз. В течение этих двух дней мы обсуждали самые главные вызовы современного образования – это цифровая трансформация, цифровое неравенство, это загруженность учеников, образовательных программ, это неготовность учителей дошкольных организаций и средних школ реагировать на эти вызовы. На вызовы реагируют и вузы. Сейчас КБТУ активно реализуют проекты, охватывающие машинное обучение, нейронные сети, компьютерное зрение, робототехнику и другие области информационных технологий. Одна из миссий университета – продвижение научных знаний и разработка практических решений в области искусственного интеллекта. Примеры его внедрения в КБТУ уже имеются, демонстрируя потенциал технологии в различных отраслях. Атамекен, бизнес.